В связи с многочисленными обращениями граждан по опеке и попечительству, главой района было принято решение создать орган. Ну, для начала мы пришли к тому, что будем создавать комиссию по опеке и попечительству. Комиссию, значит, возглавляет замглавы администрации Кантарья Беслан Замирович. В комиссию вошли представители, значит, районного собрания, отдела образования, социального обеспечения, ну, все сферы, которые затрагивают именно социальную сторону. В условиях сегодняшних реалий мы не смогли предусмотреть в этом году полноценный отдел, то есть по опеке и попечительству. Отдел будет создаваться, наверное, уже в 2021 году. Мы будем закладывать в этом году, на следующий бюджетный год, хотя бы инспектора. Если пройдет все удачно, то полноценный отдел заработает, скорее всего, в будущем году.